Дорогие друзья, всем доброго дня! Начать это видео я хочу с распаковки. Покажу вам, что купила. Уже не первый раз покупаю маску Bond Olaplex. Она восстанавливает структуру волоса. Кстати, очень хорошо увлажняет. Даже мои волосы склонны к сухости. И мне нравится еще формат этой маски. Размер очень удобно брать с собой в поездку. Она небольшая, поэтому отлично подходит для этого. Также я купила хайлайтер. Не могу прочитать название оттенка, вот вам показываю. Этот хайлайтер я повторяю. Даня сказала, что бренд Rare Beauty. Есть три цвета этого хайлайтера, но мне нравится именно вот такой цвет, который немножко с такой розовинкой идет. Ну, на самом деле, на коже не дает розовый цвет, но очень приятное сияние. Вот посмотрите, очень хорошо пигментированное, дает прям сильное сияние, и его можно регулировать, интенсивность этого сияния. И мне нравится то, что оно такое вот как мелкое, что ли. То есть не эффект блесок на лице, а именно такое влажное сияние. Также я купила праймер от Charlotte Tilbury. Мне он тоже понравился, я его также повторяю. Во-первых, SPF 50. Это уже большой плюс для лета. Он хорошо увлажняет кожу, приятно ощущается на коже. И в том числе он, конечно же, ну, как основное его предназначение, он прекрасно удерживает макияж. Он имеет вот такой вот легкий оттенок, но при нанесении на кожу оттенка нет абсолютно никакого. Ну, как вы уже, наверное, догадались, я купила себе парфюм от бренда Byredo, и мне положили пробники. Давайте посмотрим, какие. Эта коробочка вмещает в себя три пробника. Первый – это парфюм La Tulip. Название говорит само за себя, это цветочный аромат. Второй парфюм – это Mojave Ghost. Второй аромат тоже цветочный, он унисекс, но, честно, я не представляю, как он бы слышался на мужчине. Мне кажется, он абсолютно женский аромат. И последний аромат Gypsy Water, имеет очень приятные древесные ноты. Ну, а себе я купила парфюм La Tulip. Купила я его себе на лето. Летом мне нравится пользоваться такими цветочными ароматами больше. А так я, конечно же, предпочитаю восточные ароматы. Но летом, именно в повседневной жизни, так сказать, днем, мне больше, конечно, нравятся вот такие вот легкие, цветочные. Для меня этот аромат очень легкий, приятный, такой какой-то женственный. Это мой первый аромат от Byredo. До этого у меня никогда не было ароматов от этого бренда. И могу сказать, что они очень стильные, начиная от самого запаха и заканчивая оформлением. Посмотрите, какая красивая, стильная бутылочка. И вообще, мне кажется, что ароматы от этого бренда нельзя сравнить ни с какими другими ароматами других брендов. Они ни на что не похожи. Для меня La Tulip невероятно романтичный аромат. Очень нежный, какой-то мягкий. Купила я его за 240 евро. Дорогие друзья, сейчас я хочу показать вам несколько покупок из Zara. Последние два видео мы с вами регулярно туда захаживали. И на самом деле в магазинах, ну не знаю, вот я ничего не увидела хорошего для себя, кроме одной вещи, которую потом вам покажу. Но у нас, в принципе, сейчас такое количество людей в магазинах, вот в частности в Zara, все время очереди на кассу, очереди в примерочную. У нас приезжает очень много скандинавов, а у них, конечно же, Zara намного дороже, чем у нас. И вообще вот все эти масс-маркетные бренды Inditex, вот, и поэтому они, конечно, покупают очень много, также покупают с Арабских Эмиратов люди, потому что там также это все дороже. Ну и поэтому я думаю, что когда хорошие вещи поступают в магазин, то они быстро разбираются. И в связи с этим большинство вещей я, конечно, заказываю онлайн, и вот эти вещи, которые я сегодня вам покажу, я их тоже заказала онлайн. Заказала я себе леопардовый купальник, очень хорошая, на мой взгляд, расцветка и хороший сам по себе леопардовый принт. Я думаю, что подобная расцветка очень красиво будет смотреться на загорелом теле. Вот такие вот трусики показываю вам, как они смотрятся сзади. Но единственный момент, что этот купальник больше подходит для груди, которые, если грудь
далеко расположена. Потому что вот мне, я его уже, кстати, надевала один раз, мне придется все-таки подшить чашечки поближе друг к другу. Очень жаль, что они не двигаются, как шторки. Это было бы, конечно, намного удобней. Но вообще, мне кажется, купальник очень красивый. Купила я в Zara две футболки. Одна базовая футболка, вот это единственная вещь, которую я купила в магазине, это обычная черная футболка, но что в ней необычного? Единственное, что вот такой V-образный вырез, да. Она оверсайз, размер S, видите, она какая объемная. Ну, просто мне захотелось купить вот такую вот простую футболку, но черного цвета. Как-то в основном у меня последнее время я белые покупаю, но вот это вот черного цвета, я так поняла, что она мне тоже нужна в гардеробе. Вот видите, как сидит на мне эта футболка. В общем-то, как я уже сказала, она достаточно объемна. В общем-то, такая базовая, комфортная футболка. Я считаю, что подобные футболки не имеет смысла покупать в каких-то дорогих брендах. Хорошую базовую футболку всегда можно найти, в общем-то, сравнительно по невысокой цене. В этой футболке мне понравилось то, что здесь V-образный вырез. Как-то мы больше привыкли все-таки к круглым вырезам, но здесь какое-то разнообразие. Ну и потом такие базовые цвета, как белый, черный, всегда, я думаю, что пригодятся в гардеробе. Тем более, что эту футболку можно носить и под жакет, а также можно использовать как нижним слоем под какие-то джемпера в холодное время года. И вторая футболка, которую я купила, ее уже я заказывала онлайн, это вот такая футболка в ретро-стиле, желтенькая с коричневой окантовкой. Так, эта футболка стоит 7 евро, и ее я взяла на размер больше, М-ку, но, знаете, я заказала три футболки, S, M и L. L-ка, конечно, она сидела более свободно, но все-таки я подумала, что для такой футболки, ну, в общем, так не должно быть. Она все-таки должна быть, ну как, поменьше, она не должна быть оверсайз. Эска, конечно, меня совсем не устроила, потому что мне не хотелось, чтобы она все-таки обтягивала. И вот я остановилась на М-ке. Вот так на мне смотрится этот размер. Видите, здесь даже маленькие рукавчики, такие узенькие, не широкие и не длинные, в отличие от предыдущей футболки. Она мне напоминает мою футболку от Celine, ну та в черно-белой расцветке. Тоже в таком же стиле, я ее очень люблю. Ну а здесь, конечно, желтенький цвет, он вносит такую изюминку в абсолютно простой образ, и в то же время мне кажется, что такой цвет очень подходит для лета. Следующая вещь, которую я заказала в Zara, это вот такое платье, оно длины макси и такого приятного, знаете, цвета, кофе с молоком. Я такой цвет очень люблю, мне прям, знаете, хочется на него смотреть. Вот как, знаете, говорят, вкусный цвет. Вот для меня это вот по-настоящему вкусный цвет. Здесь очень классно то, что регулируются бретельки, это очень удобно, я считаю. И это платье, как я уже сказала, длины макси. Сейчас скажу вам состав. Так, состав этого платья. Здесь, по-моему, синтетика, но она очень, знаете, такая приятная, холодящая. Да, 90% полиамида и 10% эластана. Оно очень такое, знаете, холодящее платье. И я думаю, что на лето оно будет хорошо смотреться. В общем, такая, можно сказать, повседневная вещь. Но если ее дополнить какими-то там более нарядными босоножками или туфлями и добавить сумочку, то оно может перейти уже в разряд более нарядных вещей. И точно такое же платье я купила в черном цвете. Вообще-то со мной очень редко бывает, когда я одинаковые вещи покупаю только в разных расцветках. Я вообще так не люблю. Но вот это платье, знаете, я то платье я купила, потому что мне очень понравился цвет. И когда я увидела еще на девушке это платье в черном цвете, я подумала, что мне тоже такое надо, и заказала еще и в черном цвете. Так, сейчас скажу цену. Эти платья стоят по 20 евро, и взяла я их в размере M. Я также заказала S попробовать, но S-ка все-таки, ну, плотновато сидит, что мне не очень хотелось, и вообще летом не хочется, чтобы как-то вещи сидели более плотно, наоборот, хочется как-то свободы. И M-ка, мне кажется, села абсолютно нормально, ни больше, ни меньше не нужно.
Вот так смотрится это платье на мне. В данном случае я применяю это платье в простом повседневном летнем образе. Это платье из тонкого трикотажа, но недостаточно тонкого, чтобы выделять нижнее белье. Но все-таки мне кажется, что под такое платье нужно использовать бесшовное белье, тогда будет просто идеально. Мне нравится, что это платье длины макси, и мне нравится то, что к низу юбка все-таки немножко такая расклешенная, а не зауженная. Силуэт формируется более такой интересный. Сейчас я это платье надела с босоножками на каблуке и в руки взяла подходящую по цвету босоножкам сумочку. Смотрите, то есть, на мой взгляд, в этом платье можно вот именно в таком виде пойти, к примеру, даже в ресторан вечером посидеть. Сверху, если прохладно, можно накинуть какой-то жакет. Вот я надела рубашку от H&M, рубашку-жакет, и мне кажется, смотрится очень даже здорово. Простое платье, легкое, тонкое, можно брать его с собой в поездке, потому что оно не занимает много места и не весит много килограмм. Подходит как для повседневных образов дневных, так и вечерних образов. Так что очень хорошая и универсальная вещь. И смотрите, как выглядит платье черное. Я его надела с кожаной курткой. И знаете, мне кажется, что это платье тоже будет очень здорово смотреться, там, допустим, с косухой какой-нибудь. И на ноги можно надеть кроссовки, какие-то кеды. Тоже будет очень стильно, здорово. А если, допустим, сверху на это платье надеть какой-нибудь джемпер, то оно будет уже выглядеть как юбка. Кроме жакета, на это платье можно надеть сверху рубашку. Тоже будет выглядеть очень современно. В общем, для меня это платье такая базовая летняя вещь. Я думаю, что здесь Зара повторила платье от бренда Skims, Ким Кардашьян. Потому что у нее тоже очень похожие платья. Но, конечно, они стоят подороже. Еще я в Зара заказала вот такой браслет. Вы уже, я думаю, знаете, что крупные браслеты и вообще крупная бижутерия сейчас в моде, крупные серьги, там, колье какие-то массивные, ну и, конечно же, браслеты в том числе. Вот такой вот браслет, очень красивый, сейчас я покажу, как он смотрится на руке. Сейчас сниму вот этот свой и надену вот этот браслет. Посмотрите, как он классно смотрится на руке. Очень мне нравится. И, знаете, мне нравится то, что он плотно облегает руку, что он не будет... вообще, мне кажется, у него нет возможности сползти. Только если постараться. Вот так вот он сидит плотненько и очень хорошо как-то облегает руку. Красиво смотрится. Вы знаете, что я обожаю крупную бижутерию. Стоил он 20 евро. И последняя моя покупка из Zara — это вот такие леопардовые брюки. Я думаю, что вы знаете, что леопард сейчас в большом тренде. Купила я их в размере S, мерила M-ку, но, девочки, эти брюки все-таки надо брать размер. M-ка все-таки сидит не так, как надо. Эти брюки сделаны из очень тонкого хлопка. Ну, не то, что он прозрачный, нет, они не просвечиваются, но они просто отлично подойдут на жаркую погоду. Очень тоненькие, классно сидят, на мой взгляд. Хорошая вещь. Сверху можно надевать любые топы. Я вам покажу несколько образов, которые я сделала с этими брюками. В общем, они мне очень нравятся. Я довольна этой покупкой. Сначала я думала, что, может быть, мне нужно купить леопардовые джинсы. Но потом все-таки я остановилась именно на летнем варианте, потому что думаю, что леопардовые джинсы все-таки, наверное, тяжеловато комбинировать какой-то верхней одеждой. А, конечно же, на лето, когда ты надеваешь какой-то топ, футболку, рубашку, то комбинация намного легче. Смотрите, я сейчас примерила леопардовые брюки со своим оранжевым жилетом. Конечно, оранжевый цвет, на мой взгляд, очень хорошо сочетается с леопардом. И образ вообще становится такой яркий, и оранжевый жилет, и леопардовые брюки. Но в то же время как-то это выглядит не слишком. А мне кажется, абсолютно нормально для летнего периода. Очень даже
хороший образ. И вот это уже более спокойный, простой образ. Я надела вот эту черную футболку, которую показывала вам в начале. И мне кажется, тоже хорошо сочетается, хорошо смотрится. Простой образ на каждый день, но при этом брюки, конечно, леопардовые, делают его более ярким. Вообще, на мой взгляд, леопардовый принт не так уж и сложно сочетать, но мне больше нравится, когда леопард не возле лица, а вот, допустим, брюки или какие-то аксессуары. Так для меня как-то спокойнее это все-таки. И сейчас посмотрите, у меня еще один образ я вам показываю, но на самом деле я собралась уходить сейчас и надела с леопардовыми брюками свободную рубашку розового цвета оверсайз, кроссовки. Сумочка у меня Massimo Dutti, очки H&M, и тоже, мне кажется, классно смотрится. Этот образ совсем такой модный, очень даже современный. Мы сейчас собрались пойти пообедать в новое для нас место, пляж Дольче & Габбана. Открылся он в прошлом году, но как-то прошлым летом, но нам не удосужилось сходить, все нам было некогда. И вот сейчас к нам приехал в гости друг из Германии, и мы решили по такому случаю сходить в это очень красивое и своеобразное место. Это пляжный клуб, при котором есть, конечно же, ресторан, но сегодня погода такая, знаете, прохладная, и загорают только самые закаленные, поэтому мы пришли в ресторан. То есть загорать мы не будем. Меню выполнено в виде журнала, который посвящен, конечно же, Дольче & Габбана. Здесь фотографии различных пати. Также вы можете сразу увидеть цены. Ну, хочу сказать, что здесь достаточно дорого, поэтому постоянно сюда ходить точно не будешь. Но место впечатляющее, очень интересное. Ну, а кухня здесь, конечно же, итальянская. Здесь хороший сервис, что не везде можно найти в Испании, даже в каких-нибудь дорогих заведениях, но здесь с этим все в порядке. Шеф-повар этого ресторана, обладатель 3 звезд Мишлена. В Марбелле у него уже есть несколько ресторанов, которые были открыты до этого. И также есть рестораны в Мадриде. В общем, это достаточно известный человек в Марбелле. Море, солнце, музыка и великолепная кухня. Все, что нужно для отдыха класса люкс, представлено здесь, в бич-клабе Дольче & Габбана. К столу нам подали очень интересные оливки. Они маленькие, с цедрой апельсина и чесночком, и обильно политы оливковым маслом. Очень вкусные оказались. Также мы взяли артишоки, вителло тонато, и креветки, завернутые в очень тонкое хрустящее тесто. И, конечно же, помидоры. На горячее взяли ризотто, а я себе взяла пасту ванголи. Обожаю эту пасту. И потом нас пригласили в десертную комнату. Красота, которая стоит на этом столике, это десерты. И вот официант рассказывает нам о каждом десерте. Эта комната как холодильник. В ней достаточно прохладно. И посмотрите, какая здесь красота. Mousse de lemon, mousse de yogurt, and mousse de hazelnut with mint chocolate. I take all of them. Yeah, it's fantastic. We have tiramisu inside, downstairs, okay? Oh, and for the finish, Dolce & Gabbana is from Sicily, Sud Italy. We have the Sicily, the crostata, it's from Sicily with cheese mascarpone and cherry, okay? In the kitchen, we have a machine for the ice cream. We have 2 ice cream. Fior di latte ice cream is similar to milk ice cream and pistachio ice cream. Okay, it's fresh and the preparation is in the morning. Вот на таких десертах остановился наш выбор. Тирамису, оказывается, находится внутри этого кофейника. А десерт с сумочкой – это бисквит фисташковый. И посмотрите, какие красивые тарелки. Роза тоже, она как будто бы бархатная. Очень красивые, конечно, и вкусные на самом деле десерты. Не сильно сладкие и достаточно такие нежные. Чтобы отобразить цвет моря для оформления этого пляжа, Дольче & Габбана выбрал свой легендарный принт Blue Mediterranean. Этим принтом украшен весь клуб. Здесь также есть небольшой магазинчик Дольче & Габбана. Здесь представлена летняя коллекция, тоже в бело-голубых тонах. Красивые сумочки, синие и белые
летние шлепки, очень красивые летние платья из натурального хлопка, некоторые из них с вышивкой. Посмотрите, какой красивый летний сарафан. Длины макси, очень симпатичный. И мне еще понравилось вот это платье. Оно вязаное, но внутри у него есть нижнее платье, которое выполняет роль подкладки. Смотрите еще, какой красивый сарафанчик. И такие же есть вязаные сумочки. Красиво, ничего не скажешь. Также представлены здесь товары для дома, подушки, есть посуда, различные вазочки, кружки, чашки. Есть банные халаты и также еще представлены купальники. Всего лишь два купальника. Белые закрытые купальники немного отличаются они по модели. Вот такой вот купальник, смотрите, закрытый, немножко в ретро-стиле. И вот такой вот купальник. Можно использовать его как топ. Уходя из этого ресторана, мы еще взяли с собой пиццу на пробу. Пиццу с прошутто и моцареллой. Сейчас попробуем, что у них за пицца. Ну, а на этом, друзья, я буду заканчивать свое видео. Надеюсь, что вам было интересно. Спасибо, что провели это время со мной. До скорых встреч в новом видео. Всем пока!